жизнь проходит. Библиотеку могут закрыть в любой момент. Найди мне Гоголя, Пушкина, Ершова обязательно. А кто там у нас еще? Гофман. Где я буду сейчас на ночь глядя искать красивые женские руки? Я 100 раз говорил, что руки нужны. Женские руки, тонкие, с длинными пальцами. Ищи где хочешь. Девушка, а вам не говорили, что у вас красивые руки? Меня в кино пригласили сниматься. Тебя? В кино? Представим, что вы кассир. Ваша задача – просто провести картой по терминалу. Повторите. Улыбаться надо? Улыбаться не надо. Ничего себе! Это что, все за руки? Прям за обе? В основном за правую. Куриный рай. Стоп! Назовем дублершу, Надежда, ваш выход. Надежда умирает последней. Шутка. Золотые руки всех глянцевых журналов. Я сказки люблю. Грустные. Сначала проводишь рукой по костному лицу, а затем со всей силы бьешь ему по щечину. Я никого никогда не била, я не умею. Представь, что это не актер, а твой муж Витя. Мерзкий, наглый, который живет за твой счет в твоей квартире. Хорошая рука. Не похожа ты на артиста. Добрая и глупая. У вас очень красивые руки. Помните, была сказка про лягушку? Ее царевич поцеловал, а она в принцессу превратилась.